помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались Вера, Надежда, Любовь. Как дружно рубили канаты, как вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью, родна, за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил, не весел, не бросил, тот землю свою найдет. Напрасно на нас бурей пугали, вам скажет любой моряк, что бури боятся, вам стоит едва ли. В сущности буря пустяк, в бурю лишь крепче руки, и парус поможет идти. Гораздо труднее не свихнуться со скуки и выдержать полный штиль. Я пью, родна, за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил, и весел, не бросил, то землю свою найдет. Что такое босс-регат? Это драйв, романтика и максимум эффекта для продвижения брендов участников. Старт в Афинах. С 6 по 13 октября. Прекрасные греческие острова. Яркая компания уральских боссов и белые парусники на фоне безграничного моря снова ждут нас. 5. Юбилейная босс-регата «Парус мечты». Пусть она станет воплощением и вашей мечты. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то тот, кто не струсил, и весел не бросил, тот землю свою найдет, тот землю свою найдет, тот землю свою найдет. Да ладно. Еще надо? И если цель одна, и в радости, и в горе, тот, кто не струсил, и весел не бросил, тот землю свою найдет. Тот землю свою найдет. Тот землю свою найдет. Как из шахты. Молодец. Неказиста жизнь.